Фу, извини за рутину, но, значит, все-таки это разумно, вот подготовить все обоймы, чтобы они все были полные, все-таки это разумно, я считаю. Так, теперь берем. Все-таки, вот понимаешь, каждый раз вот эта подготовка, она не только на этой миссии здесь. Ну что делать? Ладно, ломанулись. Так, вот это оружие лучше. Так, в просвет. Так, вот он отсюда. Да хрена себе, блин. Ты видел, сколько я в него всадил? Ты видел это? Ты видел, я сколько в него всадил? Надо было ему по яйцам стрелять. Терпение. Фу, может быть, все дело в выборе правильного оружия, в смысле, вот эти гранатометные, все эти дела, которые там стоят, имеется в виду патроны к гранатомету. Может быть, как раз в этом суть, гранатомета у меня нету. Я не знаю, может быть, одним стрелковым тут не ограничишься. Так. Фух, ладно. Так, вот это оружие, вот это хорошее оружие. Выглядываем. Хорошо. Всю обойму в него вложил и ничего. Хорошо. Да действительно, блин. Да действительно. Он прям подполз ко мне вплотную со своим гранатометом. Кошмар просто. Еще разок. Ладно, все, мне лень эту обойму все расстреливать абсолютно. Давай сразу берем. Нет, все-таки это надо, иначе мы не соберем вот эти все. Так. Здесь, здесь. Видимо, вот они. Сейчас соберутся. Так, чпок, чпок. Все. Все-таки начинаем вот с этого. Давай вот так попробуем. А, ну да, понимаешь, по крайней мере, я увидел, сколько их. А их ограниченное количество. Их ограниченное количество, и нужно просто-напросто хорошо стрелять, хорошо попадать. И дело будет в шляпе. Не может быть, слушай, после вертолета Кроу проблем в компьютерной реальности вообще не существует. Никаких абсолютно. После этого вертолета. Так, начинаем все-таки вот с этого оружия. Так. Главное, чтобы не зависало. Хорошо. Блин. Сучара. Не, это безнадежно. Партия проиграна, но надо пытаться все равно. То есть каждый раз мы изучаем ситуацию каждый раз. Да, и молодцы. Здесь. Хорошо. Блин, это вот залепили мне уже из гранатомета. Еще пытаемся, ребята. Сейчас это все рутину я сейчас сделаю. Вот это меня, конечно, бесит, что каждый раз нельзя было вот сохранить, чтобы вот эту всю рутину хотя бы не делать, понимаешь? Но нет, так было нельзя. Так было никак нельзя. Делаем, делаем.
Так. Ага. Да первый-то это ладно. Блин, попал. Один разок. Главное по щиту. По щиту главное не попадать. Блин. Надо было менять это оружие. Как только он уже подошел.